сразу. Жужа. Жужу мы спасли, когда стреляли в собак на предприятии Хенки. И она была с огнестрельным ранением и разрыв мочевого пузыря. Она у нас почти месяц уже выхаживается. Mm-hmm. Вот уже лапка заросла, было несколько операций. Mm-hmm. Это Лола, тоже у нее перелом сложный. Вот она ходит с аппаратом. Собак дома. Пока, Чар. Надо быть эгоистами просто. У собаки должен быть хозяин и дом.